Слава Богу. Это было в Иерусалиме, словно пламя для учеников. Дух Святой сошел, чтоб прядь быть с ними, всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнав об этой Божьей силе, изумленный Иерусалим, с неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой, и на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой, и в сердцах учеников не стало страха, что недавно так томил, что Синедрион их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил, и наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых всех не счесть. Да, они потом платили цену, отречение требовала власть, и от веры в тюрьмах, на аренах Дух Утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия, в Библии есть будущего план. Знает Бог, что в будущем, в день третий, испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной, до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной, Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа смотри. Будем благодарное хваление Господу всегда мы возносить за Святого Духа наставление и за право в этом Духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет теплотой, во Христе сокроет нас день судный, любящий, великий Дух Святой. Слава Богу!